Приветствую, дорогие друзья! С вами Кейстример, и мы продолжаем наше прохождение Nordic Ashes. Итак, время пройти Рагнарёк 3. Будем играть за бабушку. Давайте изменим внешний вид. Бабушка-суперзвезда. Так, давайте возьмем сову. Вроде как хороший выбор. Будь что натягивать на глобус. Так, королевство выбираем. Но выбор не богат. Первое, второе или третье. Я выберу первое, поскольку это самое простое. А Рагнарёк 3 вроде как не самый простой. И у меня до сих пор нет дополнительной жизни. И это напрягает играть так. Отправляемся на первую локацию. Рагнарёк 3. Листочки главное собрать. Так, сова. Так, погнали, кристалл. Заберем. Близко как кристалл находится. А что тут еще находится близко? Может, 50 монет? Так, ну-ка. Так, а здесь что-то мне предлагаешь? Область, снаряд? Не, давай что-нибудь другое. Кулдаун, снаряд. Ладно, давай так хотя бы. Снежинка, 15 секунд, давайте. Будем вымораживать крыс и прочих подонков. А чё монетки из них не выпадают? Вот я знаю выражение «церковная мышь», а вот крыса, мне казалось, всегда при бабках. Крысятничает ведь. А вон монетка есть. Тут хер. Ну что за шарики какие-то непонятные нарисовываются. Так, надо прокачать. Так, урон, кулдаун, отлично. Напряженное какое-то начало. А что так много крыс-то? Так, рагу возьмем. Ну конечно, ну как же там полсекундочки было дотянуть. Сейчас теперь стоять с этими крысами тут. ХПшку. Ну не ХПшку, а XP-шку. Ну это почти что ХПшка. Так, давайте этот кулончик возьмем все-таки. Вдруг пригодится. Так, опыт. Опыт. Дополнительный опыт. Ага. Там хорошая прибавочка будет. А что это он шарики кидает какие-то? Крыса крысой. Так, не понял. А где? А, ботинки. Крысы где-то скрысятничали ботинки. Жить хорошие ботинки, посмотри, как заметно прям скорость. Так, это возьмем. Да, вот это возьмем, вот это и мои любимые карты. Перекинемся в картишки с крысами. Да, ну такие нищеброды. Все по одной монетке. Ну что за дела, пацаны? Что за нищебродство?
О, вот это да, вот это да. Так, надо подумать. Надо подумать, где взять 99 монеток. Быстрей. Пацаны, несите бабки. У бабушки стартовый капитал маленький, просто гробовые деньги. Значит, немного. Не раскрутиться. Жалко, тут кредит нельзя взять. А это тут кредит бы дали какие-нибудь уроды. Под такой процент. Как и обычно, в принципе, дают в жизни. Так, 3 уровня на печенье с маслом. Мне кажется, это хороший обмен. Но это не точно. Вы монетки принесли, уроды? Больше опыта, ну давай. А кстати, у меня опыт. Так, у меня опыт закрыт, плюс 50. Что-то я ни хера не понял. А почему так мало опыта? Там было написано. Качаешь. 40 монеток. Ну блин, это удваивать, это просто смех на палке в стеклянной банке. Ну раскошеливайтесь. Уроды. А это исчезнуть можешь ты или не можешь, вот эта фигня? Алтарь с вот этим зеркалом. Просто если он исчезнет, будет херово, а если нет, тогда на следующий раз. Я просто обменяю уровни на это, возьму бабки и все. Он так затарюсь. Ну ладно, давайте возьмем. Ну, начинается. Где алтарь с лечением? Куда дели алтарь? Он же где-то был. Не, ну оставим на следующий раз. Так, давайте качнем последние картишки. Что тут я не понял, а где находится алтарь для лечения? Полай мне еще, крыса мерзкая. Ну быстрей.
Давай урон. Что же еще с тобой делать? Король. Ты клоун обыкновенный. Король какой-то. Монетку зажали. Суки. Так, что мы делаем? Так, ну, говно забрали. Это понятно. Кристалл. Так, кристалл куда мы засовываем? Ну, наверное, в карту. Вот это вот увеличивается. Карточки. Так, осторожно, осторожно, осторожно. Нам только хлебушек и только по акциям мы берем. У нас бедная бабушка. Так, давайте рерол. Блять, какое говно. Кстати, вот этот неплох кинжал. Мне кажется, мы его и так возьмем. Нам бабки нужны. Давай еще. А, вот это, смотри, хорошие вещи. Вот этот твой грибок хороший, да и вот это хорошая тема, и это хорошая. Давай тогда вот так сделаем. И все. Охренеть просто. Денег нет вообще. Так, остался этот алтарь. Может, алтари, где полтинник какой-нибудь дадут или еще что-нибудь подкинут. А, это что-то там урон увеличивается, и твой урон увеличивается, и у противника не такое себе. Я даже не знаю, надо мне это или не надо. Ой, это рагу из синие сердца, то есть такая шляпа. Денег, конечно, тут ни у кого нет. Все супер нищеброды. Блять, конечно, надо коснуться. А тут-то кто? Все, тогда так лечимся. О, баблишка немножко. Пять уровней, но это пойдет. Шлем-то это хорошая вещь. Нам бы хпшку восстановить, а то шлем шлемом, а хпшки-то нет, нихера. Так, ну что, надо идти за удвоением бабок. Давай, 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 бабка, быстрее.
со своими тележками. Медленно, медленно двигаешься. Ну, радиус подбора у нее, конечно, просто ужасный. Так, ну сколько? 89. Все, надо идти. Уже времени нет на раскачку. Так, 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 так. Что мы можем сделать? Мы что-то можем здесь сделать или не можем? Вот эту шляпу можем улучшить. Скорость атаки, скорость хренаки. Так, три противника осталось. Все, 179. Ну, нормально. Так, седьмой уровень. Что, что-нибудь можно? Это я вообще не понимаю, как работает. Конечно, не знаю, что это не стоит брать. Но есть какие-то вещи попроще, попонятнее. Ага, бутылка, отлично. Еще, еще дайте, дайте напиться. Так, 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 так. Как не берется, как не берется. Зараза. Жар птица хреново. Ну мочи ее. Так, что мы можем прокачать? Что-то можем еще. Вот дальность, продолжительность. Где тут лечилка-то была эта хреновая? Лечит хрен, которая. За 15 бекон на палочке. Да ладно, давай. Разрушитель. Да обычный мудила какой-то. Разрушитель. По голове себе постучи. Нихера себе. А что-то он разозлился-то так. Я ж тебе по делу говорю. Проникновение, блять, как... Сову мне давай мощную. Урон 3. Ну хорошо, хоть 3 урон. Какая у него хп-шка хорошая. Мне казалось, у меня урон неплохой. Дядь, не иди ты нахрен уже. От тебя устали уже. Как ты не понимаешь? Что за фигня? Ну почему так долго это держит? Прям из босса из себя строит. Блять, еще какой-то урод меня коснулся. Все, развалился. Сучара. Так, 164. Так, 164, в какую жопу можно засунуть? Так, а что такое? Зеленые зелья.
Рерол давай. Так, вот это, кстати, можно подумать. Значит, здесь мы 25 монет плюс 15. Это тогда надо так потратиться, чтобы взять, сука. Надо мне это или не надо? На такое идти. Ухищрение. Это 25, это все плюс 15. Это мало. Это мало. Не, давайте. Так, а что это у тебя за фигня? Урон от призываемых реликвий. Ну это вроде как, сова это вроде как реликвия. Тогда можно и взять. Давайте прочитаем, что такое сова. Ну это видишь, настройка реликвии. Призовите сову. Ну призываемая реликвия, блять, по-моему призываемая. Попробуй мне сказать, что это не призываемая, сука. Тут не поймешь, надо было смотреть. Ну отлично, сейчас вообще на самую хренотень потратим деньги. И кольцо еще, да, взять? Ай, какой бред, ну ладно. Не, ну это вообще мне не надо. Кулдаун, ну кулдаун я еще могу взять. Щит. Ой, ну давайте щит возьмем. Вот я, кстати, так и не понял, а количество сердечек у меня ограничено или не ограничено? Вот что будет, если я сейчас лосось возьму? Блять, естественно, ограничено. Ой, какой отстой. Как же это все бесит. Безумно. Безумно бесит. И что делать? Муравью хрен приделать. Алоэ зелье. Может, конечно, алоэ. Но алоэ звучит лучше. А честно говоря, мне кажется, я лук мани вообще не качал. Мне кажется, мне его недавно дали. Может, его качнуть? Так, давайте еще рерол. Крит 10%. Давай. Ну ладно, дайте еще один рерол. Может, что-то дельное будет. Блять, ну конечно, дельное. Такое дельное, что просто обосраться. Ой. Так, а вот это что такое? А, это все красные сердца восстанавливают. Ну все тогда. Бестолковый, конечно, поход в магаз какой-то. Вот урон, кулдаун, вот это нормально.
Я рассчитывал найти статуэтку золотую, чтобы урон был плюс там 100% хотя бы. Дайте урон. В каждом попадании по врагу. Мне кажется, это не брал, надо взять. Вот так. Что-то радиус подбора какой-то не очень хороший. Давайте. Да, ну тут, конечно, он увеличивается тоже. Ну чуть-чуть совсем. Ну, конечно. Мудилу должен был встать на пути. Нет уступить место бабушке. Ну сейчас я поймал на мысли, у меня же кольцо есть. Я и так все соберу. Нахрен мне это говно качать. Меч Синдри надо качать. Так, седьмой уровень. А это что такое? Существует, что когда враг сожжен. Блять, когда враг сожжен, можешь идти нахрен. Ладно, давайте соберем. Колечко нужно будет. 14 уровней. Хрень какая, сейчас кто-нибудь повалит, какие-нибудь совсем мощные уроды там. Мини-босс какой-нибудь будет, который нас сожрет до хера сердечек. Нет уж. Что-что, а это не подходит. Инферно какое-то там. Нахрен с поля. Бестолковую всякую хренотень брать. Просто невозможно заметить. Ну все.
Конец. Сколько нагадил? 6 монеток. Ну ладно, прощаю. Плюс 10 к урону. Так, давайте тогда и этот качнем, наверное. Ну, вроде нормально. Можно и это тогда качнуть. А, у меня область. Ну ладно, все тогда. Берем, что есть. И работаем с тем, что есть. Погнали. Лорд. Ух, и любит поорать этот лорд. Начинается. Ну понятно, тут с бессмертием конечно любой дурак сможет. Отключается эту херню. Дерись как настоящий мужик. Получай картой по балде. Вот лошара. Ну, 1,5 сердечко снял. Ты подумай. Электрическая жемчужина. Видишь, что-то открываем даже потихоньку. Сова на глобус-то неплохо? Неплохо. Так, сколько у меня тут? 10. Непонятно, когда сюда вот переходить? Сколько тут надо листочков-то? Еще тут хочется чего-то. Тут что-то хочется. Ну, наверное, все-таки дополнительную жизнь это прям большое преимущество. 12 листочков. Неплохо. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.